Председатель Кабинета министров Улугбек Марипов и вице-президент Турции Фуат Актай в рамках 10-го заседания Межправительственной Кыргызско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству приняли участие в консультативной встрече с турецкими бизнесменами. В ходе мероприятия, в котором приняли участие более 30 турецких предпринимателей, были обсуждены вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-структурами двух стран и реализации новых совместных инвестпроектов. Марипов рассказал о создаваемых условиях для инвесторов и мерах по повышению инвестиционной привлекательности страны. Турецкие бизнесмены, в том числе работающие в республике на протяжении многих лет, поделились своими идеями по инвестиционному сотрудничеству, а также подняли актуальные проблемные вопросы по ведению предпринимательской деятельности в стране. Глава Кабинета министров пригласил турецкие компании инвестировать в Кыргызстан, в особенности в приоритетные секторы экономики, такие как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая отрасль и здравоохранение.